Готовится к выборам. Ульяновское отделение политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» провело встречу с журналистами, на которой было объявлено об участии в сентябрьских выборах губернатора и депутатов Государственной Думы. «Справедливая Росса» намерена выставить в качестве кандидата на должность главы региона Маргариту Баржанову, которая уже принимала участие в аналогичных выборах в 2004 году. Но наша задача – вернуть нашим пенсионерам достойную жизнь. Отмену микрофинансовых организаций, за справедливое образование, за справедливую медицину, за отмену пенсионной реформы. Названные имена кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы. Та же Маргарита Баржанова будет выдвигаться по одномандатному округу номер 188, а по округу номер 187 депутат Гордумы Ульяновска Сергей Моргачев. Подготовлен и партийный список. Справедливо Россы в своей программе говорят о необходимости роста доходов населения, в частности за счет проекта «Справедливый базовый доход», предполагающий выплаты в размере 10 тысяч рублей каждому россиянину. По мнению Справедливо Россов, у государства есть возможность для такого шага. Вот не надо деньги прятать в кубышке, которая называется фонд благосостояния, который там лежат, пылятся просто деньги. Вот если уж тоже были предложения, давайте вложим в реальный сектор экономики, создание новых заводов, нового производства. Хорошо, не хотите это сделать, давайте тогда просто раздадим по 10 тысяч. Вот начнем с самых сложных слоев населения, потом перейдем в течение нескольких дней уже к каждому гражданину. Единый день голосования намечен на 19 сентября нынешнего года.